конечно, это просто вот это ощущение осознавать, что мечта становится явью, когда в 12, в 11 лет ты смотришь на своего кумира, и ты даже не можешь поверить, что однажды, во-первых, он появится ВКонтакте. И это просто шок был, когда Фред появился ВКонтакте. Каким вообще боком ВКонтакте? И потом я смотрю, что он стал делать видосы, что его страницу взломали, и он сделал новую страницу. И как только он сделал новую страницу, я смотрю, что у него открыта личка, и у него очень мало подписчиков. И я такой, блин, нужно срочно ему написать что-нибудь. Я пишу, такой, чувак, спасибо тебе просто за все, что ты сделал. Ты вдохновил столько групп, ты внес просто изменения в музле, ты внес такую вообще историю музыки, ты себе просто не представляешь. Спасибо тебе большое. И ну, я не удержался и отправил ему пару треков. Если ты мне скажешь хоть что-нибудь, это просто будет самый лучший день на свете. Но в итоге я даже не ожидал, что он ответит. Проходит 2 часа, и я получаю от него сообщение, где он говорит: чувак, охрененный материал. Have a lot of good time. Good luck with everything. Nice to meet you. Nice to meet you. Просто написали нам не лично Фред, а какие-то, ну, его видимо, чуваки какие-то, что ребят, у вас очень крутой материал, и вот Фред приезжает в Москву, и мы хотели встретиться, познакомиться, говорить какие-то рабочие моменты. Ну, здесь я просто не мог, наверное, разговаривать неделю, меня трясло. Я до сих пор говорю, у меня просто трясет. Yeah, this time I'ma let it all.